Совсем скоро на видеосервисе Иви состоится премьера сериала «Хочу, не могу». В центре сюжет Александра. Она влюбляется в обаятельного парня Андрея. Боясь его потерять, девушка не решается рассказать ему, что она сексоголик. Загадочное поведение возлюбленной сводит Андрея с ума, причем до такой степени, что он готов жениться на ней, несмотря на то, что у них даже не было секса. По правилам анонимных сексоголик Саше разрешено заниматься этим только в законном браке. Саша так переживает из-за своего вранья Андрею, что накануне свадьбы чуть не срывается с парнем из приложения для знакомств с Кириллом, приславшим ей интригующее эротическое фото. Нашей героине придется разобраться в себе, найти ответы на вопросы в своем прошлом, выбрать, что для нее ценнее – секс или чувства. Ну и кого из этих мужчин? Главные роли в картине исполнили Дарья Мельникова, Никита Еленев, Глеб Пускипалец, Максим Лагашкин, Полина Котепова, Павел Ворожцов, Любовь Толкалина, Яна Кошкина и другие. Премьера сериала «Хочу, не могу» состоится уже 9 февраля. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.